фильмом года была признана иранская кинокартина «Замок мечтаний» работы 52-летнего режиссера Ризы Меркарими. Номинация состоялась в рамках 22-го международного шанхайского кинофестиваля, который проходит почти каждый год в конце июня. Торжественная церемония оглашения результатов состоялась на сцене Шанхайского большого театра. Кинолента взяла еще две награды в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». Сюжет фильма раскрывает сложную психологию семейных отношений. Всего жюри, в составе которого числился Карен Шахназаров, просмотрело более 500 фильмов. Показы прошли в 47 кинотеатрах Шанхая. В 2016 году работа Меркарими «Дочь» была удостоена награды «Святой Георгий» на 38-м Московском кинофестивале.